Ну что, братишки, сестренки, всем здорово. Сейчас будем заниматься тюнингом электросамоката. Да, там поменяю кое-какие детальки, сейчас увидите. Но это будет не такой небольшой тюнинг, так сказать. Поменяем колодки, там много чего. Поставим новые болты, то есть более улучшенные. По внешке лучше должно выглядеть, как-то так. В общем, что сейчас буду делать? Это как раз вот эти болты менять, то есть вот. Потом, тут в принципе он грязный, это после покатушек, это нормально. Надо будет передние колодки поменять, они где-то сейчас найду. Где-то вот здесь они находятся, вот они. Задние нужно будет прокачать тормоза. Прокачать я не смогу, у меня нет специальных штуцеров, вот.
Так, в принципе, теперь выглядят такие алюминиевые вставочки, я поставил, вот, так что небольшой тюнинг сделан, цените, как напишите в комментариях. Как... Кстати, колодочки выглядят примерно как-то так, блин, они капец маленькие на самом деле, непривычно вообще видеть, что они прям такие-такие были. Сейчас их придется подточить, потому что я уже пробовал, что, короче, они не влезают такие очень большие, видите, какие они толстые. Точил их, короче, нам вот эти два винта нужно снять, а, вот это, сейчас, короче, все увидите в процессе, вот. Я не знаю, как это объяснить правильно. Здесь еще сливной болт, то есть здесь масло заливается. Сверху тоже, это натяжка. Вот это пробовал, короче, думал, как их открутить, чего. Но потом оказалось все просто. Вот эти два болта откручиваете. Теперь снимаем вот эту штучку, она легко снимается, вот, и как раз про что я говорил, вот здесь две такие колодочки и такая скрепочка сверху, и нужно вытащить как-то, я не помню как, и тогда эти колодочки выпадут, вот, крепление, то есть простой, обычный дисковый тормоз, гидравлические тормоза, правда, вот, видите, я ее вытащил, эту скрепочку, теперь по одной вытаскиваем по колодочке,
Вот, например, вот эту. Вот, одну вытащу. Вот такая она, видите, какая грязная, старая. Стороночку убираем. Также и вторую вытаскиваем. Вот. И вторую тоже вытащили. Крепочку оставляем обязательно. Если комплект идет, можете такую новую поставить. Вот. Там у меня оказалось, что небольшой отверточкой нужно двигать поршень. Оно вот здесь находится, если не ошибаюсь. Мы его так чуть-чуть отверткой поддеваем в ту сторону. Вот. В принципе, вы все. Так, куда я скреп удел? Все, вот на месте. Так. Сейчас попробую поставить новые колодки. Если они не подходят, значит пробуем двигать поршень, либо стачиваем их больше. Потому что он поршень-то сдавливать будет. Пробуйте и там, это только возможно. И... Вот, одну мы вставляем. Такая пимпочка сверху, видите, появляется. Хоп, за нее хватаетесь, сдвигаете максимально, как можно ближе прижимаете. Зазор есть, оно встает плохо, потому что, видите, хреново, надо подтачивать, значит. Берем и под... Короче, все, вот подточил, вставляю опять. Пробую, подходит, нет, должна по идее встать, что это уже будет совсем непорядок, если она не встанет. Во-во-во, она еле-еле, но она встает. Сейчас подзапихиваем чем-нибудь, помогаемся, хоть шестигранник, хоть чем. Пробуем, чтобы главное встало. Вот, они встали между собой, это очень хорошо. Видите, они там внутри, я не знаю, видно вам, нет? Дальше пробуем их одеть, короче говоря, на диск. Если он влезает, все, вот видите, все, это значит... Все хорошо, значит они встали четенько и можно пробовать тормоза попозже. Это очень хорошо для нас. Они могут также выпадать. И просто вот между ними вот здесь сверху вот так вставляем. И все. По идее тормоза будут тогда на месте. Главное сейчас их чуть-чуть подраспихать, помочь им, так сказать, чтобы они на свои места родные встали. Я вот думал просто раньше, как, че, почему она не встает на место, какого фига я вот там возился часа, весь вечер, короче, убил, ничего не поменял. Только крепко встала, тормоза на месте. Все, ставим, пробуем колесо покрутить попозже. Если работает, все отлично. Все, в принципе, готово все. Фу, можно теперь проверять тормоза, пробовать. И вот так меняются примерно колодки. А, это там Dyson или Dyson, я не помню точно, что это за фирма. Вот, если увидите, могу показать. Вот здесь вот написано. Сейчас, фиг там что написано. А, там написано. Ну, короче, как-то, может, прочитаете, увидите. Вот, примерно как-то вот так вот меняются эти колодки. Также болтики поставили. Вот такой тюнинг у нас был сегодня. Так что, братишки, сестренки, не забывайте, что правильно, подписываться, колокольчик прожимать. Про колокольчик тоже не забывайте. Всем удачки, с вами был Сер. Блин, руки грязные.